Vagrant Story, знаете, это такая игра, прочувствовать глубину которой можно, будучи взрослым и зрелым человеком, то есть имея определенный жизненный бэкграунд за плечами. Конечно, когда мы были молодыми, нам тоже было невероятно интересно играть в этот шедевр, но познать ее до конца, прочувствовать глубины ее великолепия, можно вот уже будучи в зрелом таком возрасте. Поэтому, друзья, даже если вы проходили ее раньше, то сейчас отличная возможность погрузиться в эту великолепную игру от Square. И я говорю о ее глубине, она во всем, друзья. Она просто в характерах персонажей, она в локациях, она в духе, который царит на протяжении всей игры. И это... Вот это, знаете, свойство, которым далеко не все игры обладают. Собственно, это часть номер 16. Мы проходим ее на 100%, не спеша, как бы смакуя каждый миллиметр и каждый шаг на нашем пути, в нашем геймплее. Что ж, я выхожу из этой мастерской, и вы знаете, что здесь сейчас уже на этом этапе игры можно получить некоторые лучшие оружия. Ну, до лучших оружий я еще не добрался. Я напомню, может быть, кто-то не знает. Хотя, конечно же, смотрят это прохождение большинство уже опытных игроков. Вот на этих ребятах тут можно отлично повыбивать себе предметов разных. Кстати, это оружие против этого дядьки не очень. Но раз начал, то уже... Надпись, что скорость снижена на 50%, конкретно меня сбила. Вот арбалетчика эта колотынка вынесет без проблем, а против этого лучше режущая. Ладно, мы уйдем отсюда, я вам пока покажу, что я сделал. Примечательно, что получилось выковать хорошую броню. Она называется в русской версии ламеллярная броня, и это предпоследняя броня. Вот если мы совместим еще... две такие брони, то получим последнюю броню, которую можно выковать в кузнице. Также я поножи улучшил, теперь это рельефные поножи. А вот с перчатками у меня почему-то не получается дальше ранданша продвинуться, хотя и было много разных перчаток. Не идет пока. Не идет, друзья. Ну, надо там будет еще поковать. В общем, заниматься ковкой. Кузница, мы сейчас с вами двинемся дальше, я снижу риск быстро, и мы все-таки сходим, тех ребят добьем, может нам еще что-нибудь дропнется. Оружие, кстати, я немного тоже улучшил, по-моему, даже та булава, которая у нас сейчас одета, она подверглась улучшению. 49 у нее атака и 11 интеллект. Я вставил 3 камня. Кстати говоря, сюда надо другой камень вставить. Сейчас это сделаем. Опять же, по вашим рекомендациям. И пока я это делаю, хочется еще один момент осветить, который в комментариях был поднят. Здорово, что столько полезных советов от вас поступает, действительно. О том, что нужно уже... начинать специализировать оружие на определенных типах противников, например, вот это на людях, какое-то на нежити, какое-то на драконах. Конечно, я это все сделаю, просто немножко отложил это на дальние перспективы. У нас еще не одно прохождение будет, и, ну, в общем, мы обязательно классифицируем наше оружие, за это можете не волноваться. Назначенное время. Так, дядька. Ну, я не знаю. Давай по голове тебе. По голове лучше тебе пошло. Да, а вот теперь посмотрите, какой урон будет сейчас проходить по арбалетчику. Дурацкий угол. Ну, здесь поинтересней. И здесь еще третий есть. Дядька. Вот ему вообще зашло. 2 хита, 1 критический. Кстати, если над водой атаковать противника, он плюхнется в воду. Это забавно. И, собственно, я увидел точку там сейвпоинта. Мы двигаемся дальше. Уже совсем скоро мы получим
прекрасную возможность телепортации по точкам сейвпоинта. Это значит, что мы сможем вернуться в начало, в винный погреб и в другие места для того, чтобы открыть сундуки, которые открываются сундучным ключом. Так, вот парень там ходит. Поменялись. Ну ладно, поток воды. А достану ли я отсюда по нему? Ну нет, высоковато. Да хватит, слушай. Так, ну теперь я. Конусовидный щит. Точно, я же еще щит хороший сделал. Просто двуручное оружие у нас экипировано. А щит вот такой. Рыцарский щит. 24 защита физическая, 20 интеллект. Ну, выглядит он, кстати, красиво. Вот так. Не пользовался в этом прохождении, но по совету подписчицы Кристины, кстати, ты сейчас, если смотришь эту часть, спасибо, что дождалась. Я вот перед Кристиной вынужден извиниться, потому что я отговорил ей дату выхода, ну, примерную часть, и все-таки не смог по ряду причин, но это не важно. Насчет причин важно, что я не смог выпустить эту часть, поэтому, пардон, выпускаю чуть-чуть позже, под исключение. Надо его поюзать активно. Так вот, сортировка. Сортировка как раз, да, Кристина посоветовала юзать. Кстати, очень хорошая, удобная штука. Я сейчас не буду ее делать, потому что предметов никаких нет. Я все сбросил в сундук. Но вообще, я ее не использовал. Будем использовать. Так, так. Хорошо пойдет сейчас. Ой, прям очень хорошо. Я еще вставил сюда камень, который дополнительный урон людям наносит. И выйдя из Железной Девы, мы там получили доступ в такую локацию, где можно посражаться на время с Минотавром. Я все-таки решил позже туда сходить, дорогие друзья. Возьмем этот телепорт и потом пойдем туда ставить рекорды. Все равно еще не раз там будем. А мы с вами сейчас находимся в центре Востоке. Дверь открыта бронзовым ключом. Я сразу сюда не попал, а пошел блукать. Помните, было дело у нас. Леомонт, по ком звонят твои колокола? Ух ты, новые противники. Эти адские девочки, ой-ой-ой-ой-ой-ой, получают адский урон от Эшли в данном случае, но они вообще ни капли не вдохновляют. Хочется посмотреть сразу на них. Так. Не знаю, как они называются. Может, мы так успеем их найти как-то по названию. Что такое стрига? Понятно. Проныра. Куклы, одержимые душами детей, умерших во время войны или от болезни. Да, я говорю, что явно что-то нечистое в них есть, поэтому не вдохновляют. Куда мы попали с вами сейчас? Находимся в подгороде Восток. Новое место. Ну что, начнем, наверное, с Эврики. И будем продолжать ее использовать, пытаясь обнаружить ловушки.
Хочется спросить, что курили авторы, но не буду, поскольку это гениально. Так, нам встречается гарпия, которая вот так интересно здесь выглядит. Бьем ее в эту маленькую голову. Ой, как-то я второй удар не сделал. Можно было поколдовать что-то, но ей хватило три удара. А мы получаем свиток силы, ангельская песня, эссенция, созданная святым Йокусом, лечит проклятие, и целебный тоник. Дверь открылась, но мы с вами повышаем наши характеристики, используя свиток силы. Хотя я что-то спутал с зельем силы. Так, надо тогда вот это использовать. Регенерация — полезная вещь. Мы ее изучили. Теперь еще свиток силы юзаем. Будем Гераклами. Хорошо. Надо осмотреть, нет ли здесь по углам каких-то сундуков. Ну, сразу Эврику сделаем. Так, теперь ищем сундуки. И дальше. А дальше, друзья, у нас тут гарпию, в принципе, можно считать мини-боссом. А это уже посерьезнее. Хотя тоже потом они должны попадаться нам, как обычные рядовые враги. Босс за боссом, в общем. Но я думаю, что тупой урон нормально ему будет заходить. Давайте начнем просто с физических атак, а потом посмотрим, будем ли мы что-то кастовать. Вставать не будем. процентов карты открыли. Давайте получать бонус. Сила плюс 2. Плюс 1. Манны вообще ценная штука. А что если мы сразу нажмем, то жизни плюс 4. Так, там есть сила плюс 3, я видел. Вот. Вот дайте нам силы плюс 3, пожалуйста. О! То, что нужно. Получаем жезл призывателя, цепь Соломона, ожерелье, выкованное по просьбе Соломона, на зло Гадису, повелителю преисподней. Печать Аурелии открывает дверь в известняковом карьере. Тоник маны и эликсир магов. Эликсир древних магов Лиамон добавляет несколько очков маны. Дух лича говорит с Эшли. Эшли выучил заклинание телепортация. Даже без гримуара. Ну супер, куда она у нас попала? Либо его только на точках можно юзать. Видимо, да. Так. Эликсир магов, друзья. Сохранимся. И поехали. Пусть будет плюс 3. Окей.
теперь здесь Эврику. И нам, по сути, нужно добраться до очередного сейвпоинта. Можно и вернуться, но не будем. Пойдем вперед. И очень хочется заполучить сокровища в сундуках, которые закрыты сундучным ключом, так что будем этим заниматься. Дверь заперта железным ключом. Тогда пока у нас один путь, но здесь Эврику надо применить, не применяли. О, а вот и Лич. Это опасный парень. Ну, вот эта колотынка, она его хорошо, конечно, выносит. Как и этих кукол. Львиная голова. Ожерелье в форме головы льва. Вот просто так дропнулось из этой девчушки. Девчушка. Разве можно так ласково называть порождение демонизма? Демоны любят овладевать такими вот штуками, как куколки, которые якобы добрые, чтобы с особой изысканностью потом своей злобой выносить тех, кому не посчастливится с ними встретиться. Мохито. Каменный снаряд. Каменный болт, плохой пронзающий эффект, арбалетный снаряд и кольцо титана. Кольцо легендарных титанов достаточно крупное для использования как браслет. Свиток помрачнения, гримуар, содержащий заклинание психоз, временно понижает интеллект цели. И железный ключ, открывает двери железным замком. Сзади у нас как раз такая дверь. А здесь уже, ух ты, сам того не ведая забрался. Вы здесь были, друзья? Может, еще можно куда-то зайти? Что за тем окном? Даже не хочу знать. Свет горит, но там явно домик полный куколок одержимых. Вот туда можно запрыгнуть, например? Или Эшли просто скажет нам... Коронная... Я немножко смазал. Можно еще сделать эти крылья феи. Но так как там ничего нет, то тратить предмет не буду. Можно сделать, записаться, юзнуть их и загрузиться. Просто ради интереса проверить. Давайте сделаем. Не-не-не, не то. Не то, не то, не то. Стоять не хочет. Так, сейчас не на кого это делать, как и свиток отравления. А мы с вами богатеем новыми способностями. О, тут уже гарпии ходят. Кстати, гарпии могут мгновенную смерть причинить. Вот в этом они опасны. Хоть и шанс невелик, но они могут это сделать, друзья. Надо быть к этому готовым. Не достает, а этим достанешь? Вот, давай. Thank you.
продолжим дебафить. Так, это техники. Подожди, подожди. Кстати, да, новая техника у молота появилась, пока я там между частями добывал предметы. Я сегодня себе заварил не черный по традиции чай, а ромашковый. Ну тоже довольно уютно. Глухонемой. Я даже не успел ничего сделать глухонемым. На развилке. На развилке. Не понял, выходы там, да? Да, это в стену. А там, значит, дальше по локации. Ну, давайте дальше по локации пока. Так, ну, поскольку не мой, то с Эврикой позже. Опачки. А вот против тебя, скорее всего, тупое оружие не пойдет. Тут глаз страшно выглядит. Погоди, я даже не успел достать ничего. Вот по животу более-менее вроде как должно. Давайте пробовать. Нет. Не то пальто. Мы можем, кстати, сделать технику. Колесо Игниса. Несмотря на то, что мы не в Final Fantasy 15 с вами находимся. Здесь тоже есть Игнис. Ой, какой хороший урон дал. Дай еще раз, слушай. Давайте в живот. Может, колесиками его понаворачиваем? Наворачивает-то славно. Два колеса Игниса. Просто раскатали его, как каток раскатывает горячая смоль. Неплохо. Вот уже второй босс. Ближайший. В промежутке 30 минут. Уже плюс 5 есть. Можно взять. У нас сокрушен. Еще там что-то плюс 4. Возьму уже плюс 5. Печать Мелиссы открывает дверь в известняковом карьере. Свиток просвещения. Гримуар, содержащий заклинание «Гений», временно повышает интеллект цели. И ангельская песня. Эссенция, созданная святым Йокусом. Лечит проклятие. Так, друзья, ну что... Свиток просвещения давайте возьмем, пока Эшли учат еще одну новую способность. У нас прям часть изучения способностей. Выражу благодарность тем ребятам, которые поддержали выход этой части донатом. Были люди, которые, ну, ожидая эту часть, просто не дожидались и отписывались. А были несколько ребят, которые вместо этого задонатили и написали, что вот ждем Вагрант. И здорово, если вы относитесь к таким людям, как вторая категория. И с другой стороны, здорово, что отсеялись те, кто, ну вот... Вот так, в общем, мыслят. Делаем лечение перед новой дверью. Так. 304 жизни у нас, кстати. Изменился так показатель. С 200 на 300. Получится у меня дать вообще 3 хита гарпии, потому что все сводится к тому, что я и 2 выдаю, и потом... Не пошло, не пошло, я сознательно останавливаю. Как хорошо, а? Она, видимо, принадлежит к злу. Мы как раз камушек хороший вставили.
И мы видим довольно незамысловатую локацию, без развилок, без лабиринтов, без... Вот, хоры. Да, я ее искал. Не знаю, есть ли еще. Давайте сделаем... Нет, только она. Кстати, знаете, есть такая игра у Square, Saga Frontier. Я играл на PlayStation только во вторую часть. И она мне нравилась. Вообще, я уже говорил в начале этого прохождения, что вот в те годы, где-то в промежутке с 97 до 2001, это был просто... Золотой век Square и просто шедевр за шедевром, один лучше другого у них выходили. Так вот, Saga Frontier, первая часть, она выйдет в Steam скоро. Я увидел анонс, сразу в желаемое добавил. Также выйдет Legend of Mana в Steam тоже в этом году, что очень классно. Ну, я... Думаю, что со временем они доберутся и до Вагранта. Мне просто очень хочется, чтобы они добавили все сложные ачивменты в Steam. Ну, например, взять все титулы в игре, вот то, чем мы будем с вами заниматься. И мы, конечно же, все с вами пойдем там их добывать. Сундук открыт. Здесь древко Альшипса. Альшписа. Нужно язык сломать. Пушпака. Серьга Раванны для общения с ракшасами, обитателями Пушпаки. Ракшасы в героях пятых у волшебников нормально так режут. Свиток замедления и печать Сиды открывает дверь в винном погребе. Нам в винный погреб надо совсем телепортироваться. Опять меня заткнули. Остается только северная стена. Под город Восток изучен. Ну, хватит эти Порываевы устраивать мне. Я знал человека, у него была фамилия Порываева. Какие-то постоянные Порываевы. Блин, что ж вы появились-то, а? И в руке была чашка, я даже не мог на паузу нажать. Львиная голова, можно мне голову гарпии вот эту большую? Гарпии. Я еще раз это подчеркну, выполнены великолепно. Японцы просто знают толк в создании монстров. Ящеры будут? О! Надо мне песни никакие петь. Звучит так траурно, что страшнее, чем на похоронах живых. У меня есть ангельская песня, кстати. Но вообще, сегодня мы учим на тебе свиток замедления. Изучено заклинание замедления. В общем, мы теперь можем дебафать, как хотим, и бафаться, как хотим. То рано, то поздно. Знаешь что? Слушай, крепкий.
надулся. По поводу глубины игры еще, вот я думаю сейчас о том, о чем я говорил в начале части. Насколько же она крутая для PlayStation. Это во время ее издания и на компьютеры выходили многие RPG, и после нее, но она просто на несколько лет вперед дает даже фору играм, выходившим на ПК, не говоря уже о PS. Здорово, ребята. Голову Вась набил, дубль 2. Просто я всегда того ящера вспоминаю. Там, конечно, пожестче было, чем здесь. Ящеры любят прям водиться в стенах. Обратили внимание? Так, нет. Вот это. А это часом не та дверь, что закрыта была с другой стороны. Я не знаю, друзья, сейчас посмотрю. Так, где это мы? Центр Восток. Нет, это вот здесь все-таки. Та закрытая дверь. Я о ней вначале подумал. Сейчас они появятся все там, мы ведь на другую локу вышли. Можно пойти сбросить предметы в кузнице. Отсюда мы можем уже телепортироваться, собственно. Так, ладно. Если можем телепортироваться, то... Здравствуйте, здравствуйте, да, да, соскучился. Долго не было. Сделать на него что-то, что ли? Что-то нехорошее. Так. Давайте ржавчину. Ну, вообще, хотел яд сделать. Яд у нас где? Здесь атакующие заклинания в колдуне. В чародеи бафы. В шамане хилки. Значит, здесь должны быть... Отрава, вот, совершенно верно. Раскачкарил тебя, чем только можно спасти. Так, не пошло. Вообще можно повосстанавливать ману. Ой, я так не привык к такому типу атаки, и комбо как-то стопорнул. Шамшир в клубень истины. В клубень истины штука полезная. Как там, интересно, дела обстоят в штаб-квартире, где вначале нам выдали задание. Что там сейчас? Какое грязное дело они обсуждают сегодня? Прячь! 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 Прячь!
Так, еще ангельская песня. Интересно. Такая поза. Душа на распашку. Барбил, чешуйчатая броня. Очень хочется уже до последней брони добраться, но надо будет еще погриндить там. Все возможно. Хорошо, что с таким риском начал залетать урон. Просто замечательно. Жду снижения риска. Дверь закрылась. Ну что ж, готовься. Эх, чуть-чуть не добил. Защита нормальная, но лучше сейчас уже вынести. Да, и полечиться. Путь свободен. Коронные от Эшли и третий раз. Вот так. Помните, он там кастинги на шоу талантов проходил с этим звуком. В предыдущих частях было дело так. Тут прям стена такая укомплектованная, я смотрю, вами, ребята. Я знаю, что бердышом можно будет эффективнее их резать, если еще и на драконов камень вставить, но менять всякий раз туда-сюда, это тоже довольно неплохо. Особенно если получается сделать серию ударов. Вообще замечательно. Дверь заперта печатью лютика. Вот так. Ромашки спрятались. Поникли лютики. И попробую их теперь найти, чтобы открыть эту дверь. Ну что, давайте телепортироваться. О, тут можно попробовать, чтобы парень плюхнулся в водичку. Ты чё, блокатор вот с этим, например? Ну, вынести его тоже искусительно, до того, как он не стрельнул. Ладно. Мы сейчас его вынесем с парочки ударов, а потом туда прыгнем и будем ждать, как он к нам будет прыгать. Да. Освежился.
Давай сюда. Да, можешь кастовать, накастовать. Я сейчас бирдыш поставлю. Одну порчу. И все. Давай, 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 парень. Ну, ты сможешь. Ну, сигани, ну чего ты? Может дать ему раз по ногам? Надо было далеко отойти. Кстати, да, переходя к вашим ценным советам, еще один подписчик писал, возможно, подписчица, вот тут не помню сейчас, писал о том, что если их похилить, то они встанут на нашу сторону. Я хотел это продемонстрировать. Давай, прыгай. Ну давай. Я смотрю, у тебя там маны много, да? Маны полные карманы. Сейчас я их выпотрошу. Оп. Так, ну давайте попробуем. Хм, странно, почему-то у меня не получилось. Надо было, может, добить его. Так, я знаю, что у тебя хорошее сопротивление. Поэтому начнем с того, что поржавеем. Этот, кстати, много колдует, но мало атакует. Я, по-моему, даже 4 раза подряд комбо прерывал с ним. И он все равно не атаковал. В кузницу теперь все-таки нужно зайти. Так что пока проходим сейвпоинт. Еще парочка здесь. Их сразу не видно, но они здесь всегда. Тут достаешь, такая длинная у тебя дровиняка. О, серебряный шлем Армет. Неплохо. И бригантина нам очень нужна. Нужна для того, чтобы ковать еще одну. Ну, сначала там гоплета, да, как-то называется броня, а потом вот эту. Соответственно, что-то надо выбросить. У нас было, по-моему, львиные головы две. Вот одну львиную голову можно срубить, когда двуручником прикладываются по горбу, то аж у самого спина начинает болеть. Помимо этого серебряного шлема, мне здесь еще серебряные перчатки нападали. Конечно, в идеале нам нужна мастерская, которая будет доступна только на втором прохождении. Там, где мы сможем сразу со всеми материалами с вами, друзья, работать. Так. Ну, здесь по-прежнему. Кто-то с другой стороны закрыл. Это, конечно, все равно очень хорошая мастерская. Да, кстати, а вот вы знали, с чего начиналась серия Dark Souls? Я думаю, что те, кто смотрит Vagrant Story, интересуются такой игрой. Так вот, я выпустил игру, она называется Kingsfield, по заказу одного там из подписчиков, Адефа. И, собственно, с этого и началась вообще серия Dark Souls. Она уже пройдена на канале, друзья, можете посмотреть.
Так, это можно скинуть. И теперь скидываем вот тут. Ну, а вот как выглядит... Да что ж такое? Руки. Вырывать надо за такое. Но зато, кстати, да, кнопкой треугольник можно без проблем выходить из сундука, не сохраняясь на карту памяти. Вот так вот сортировать по категории. И очень удобно. Так, а что у тебя вообще по характеристикам? 11-10. А у нас 16-13. Но серебро. Тут рукояти я тоже повыкидывал, в которых менее чем два камня можно вставить. Если у нас есть такие, в которые можно по два, по три вставлять. Древко Альшписа. Ну, всего один камень, но оно какое-то уникальное. В том смысле, что у нас такого еще не было. Пусть пока полежит. Так, и оружие тоже скидываем. Наверное, я и это бы убрал, потому что можно, если что, режущий двуручный меч использовать. Тут-то у нас уже добыты все техники. Ну ладно, пусть все-таки будет. Доложим это все в контейнер и здесь сохранимся с вами. Винный погреб. Вы помните, как Эшли впервые в него вошел? Как началась история нашего странника? 50 часов геймплея. Много времени в кузнице было проведено. Карта открыта на 61%. Так. Давайте, прежде чем мы отправимся, дальше продвинемся по лору игры. Про магию мы с вами читали. Цепные умения. Если не читали, то прочту в следующей части. В разделе описываются цепные умения. Данный раздел содержит главы. Цепные умения, получение цепных умений, назначение цепных умений, применение умений. Подробные пояснения находятся в руководствах игры. Цепные умения. Цепные умения – это специальные атаки, активируемые кружком, треугольником и квадратом, кнопками после обычной атаки в момент удара по противнику. Чтобы использовать цепные умения, нужно присвоить им кнопки в меню боевых навыков. Получение цепных умений. Используя боевые навыки, Эшли получает очки опыта, необходимые для новых навыков. Набирая необходимое количество опыта, Эшли может выбрать новые техники цепных и защитных умений, которые еще не изучены. Каждое успешное использование умения добавляет одно очко опыта. Полное описание защитных умений в разделе «Защитные умения». Проверить количество очков опыта для изучения нового навыка можно в меню «Боевые навыки». Эшли не может пользоваться боевыми навыками до победы над первым боссом. Назначение цепных умений. Выберите цепные умения в меню боевых навыков, чтобы увидеть список доступных техник. Когда список открыт, наведите курсор на умение и задайте ему кнопку активации – кружок, треугольник или квадрат. Иконка назначенной кнопки появится около выбранного умения. Для активации умения нажмите соответственную кнопку в бою. Применение умений. Чтобы активировать цепное умение, нажмите соответственную кнопку в момент удара по противнику. В момент нанесения удара над головой Эшли загорается восклицательный знак. Чтобы активировать умение, нужно нажать кнопку, пока горит знак. Чтобы активировать следующее умение, нужно нажать кнопку в момент нанесения первого цепного умения, чтобы связать удары в комбо. Продолжать комбо можно, пока вы точно угадываете момент нанесения удара.
Обратите внимание, что нельзя применить умения подряд, например, кружок и кружок. Варьируйте умения для удержания комбо. Кружок, треугольник, кружок. Чем больше цепных умений использовано, тем сложнее угадать момент нанесения удара. Риск растет с каждым применением умения при атаке. Отключение опции «Помощь в бою» убирает показ восклицательного знака при ведении боя. Умения неэффективны против некоторых врагов. Вы сможете применять на них комбо, но не получите никакого эффекта, кроме высокого риска. Что там было в конце? Конец раздела. Это важно. Так, ну можно и отсюда телепортироваться. Я никогда этого не делал. Давайте сделаем это вместе. Может быть, это все-таки в магиях. Так, тут я не вижу телепортации. Тут нет. Тут нет. Может, в карте? Сейчас я еще... Так. Если, например, как-то вот так сделать. Не? Интересно. Тут сохранение, загрузка. Магия, боевое искусство. Вещи, статус. Может выйти просто из кузницы. Тут недалеко сейф. Давайте подойдем к нему. Я вот тут немного болел, друзья. Сейчас еще не до конца восстановился. Это тоже, кстати, одна из причин, почему затянул с выходом части настолько. Где же заветный телепорт? Так, может быть, это где-то в вещах. Вот прям дверь в винном погребе мне открыть нужно. И сундучный ключ есть. Магия. О, нашел. Вот, это отдельно. Прям тут вынесено. Давайте. Я даже не знаю. Вот подсобка, винный погреб. А, это у нас... Слушайте, тут определенное количество ОМ нужно. Не все так просто. Интересно, интересно. Видимо, чем дальше, тем больше. Ну давайте, например, сюда. Знакомое местечко. Восстановим здесь ОМ. Можно даже вот так. А я пока ромашкового. Просто прелесть. Зачем эта ниша здесь? Может, здесь была витрина какого-то магазина? Так. Не понял. Ты не в круге, если? Вот теперь в круге. Будь другом. Телепортнись кругом. Так, ну... Теперь сюда. В катакомбы. Эх, тоже помнится эта мастерская. Выйду, думаю, погоняю здесь кого-нибудь, пока восстанавливается у нас мана. Вот нынче вы, ребята... Редкие, а вас надо убить ого-го сколько для получения одного из титулов, так что нормально. Эх, как-то ты затерялся, парнишка. Хватает? Хватает, я даже не стал комбо делать. Понял, что хватает. Thank you.
тоже можно было использовать, конечно же, какие-то предметы для повышения маны, но это настолько ценные предметы, что ну, это глупо просто. Вот подсобочка у нас винного погреба. И мы уже здесь, мы практически в самом начале. Так пройдемся же снова этими коридорами. Вот она, первая комната. Слушайте, какая ностальгия. Но она еще посетит нас, когда мы будем начинать игру сначала. Сейчас мы просто ворвались сюда уже как терминаторы. А дальше будет еще круче. Я когда в этом месте нахожусь, я все время вспоминаю, как я в первый раз начал играть в Grand Story. Я помню, что это на рынке происходило. Покупался с ним диск, и тогда я уже играл в Final Fantasy 9. Я пришел и просил что-то как Final Fantasy 9. И мне сказали, вот эта вот новинка от тех же ребят. Сразу взял. Ничего не видно. Волки. Ёлки-волки. 268. Нам нужно открыть ключ. Точнее, сундук. Сундучным ключом. Вы спросите, помню ли я, где он? Друзья, ни черта не помню, где он, честно говоря. Ну, вот здесь я помню, что мы пойдем к Минотавру, если по этой дороге двинемся. И там будет тупичок. Так что, так, лечиться можно. Точняк. Сходим туда сначала. Вообще пробежать еще раз все локации и пооткрывать сундуки. Их всего 5. Об этом сообщил мистер Грим в комментариях под 15-й частью. Это я запомнил. Мистер Грим вообще всегда очень конструктивно и по делу помогает. Во многих играх, Chrono Cross в частности, углубленный, умудренный знаниями об этих играх человек. И это очень приятно, когда такие люди пишут полезные советы. Спасибо тебе, мистер Грим. А вот когда Twisted Metal 2 буду проходить за мистера Грима, это будет посвящено тебе. Стоять. Кто помнит Twisted Metal 2, спейшл мистера Грима, того самого, которого просто с одного тарана на ускорении миньона можно убить, выносят у Дарк Туза чуть ли не треть жизни просто. Сумасшедший урон наносит последнему боссу. Тут Порываева. Нет, тут сундука не будет, тут будет манекен в конце, на котором можно прокачивать оружие. Есть разные типы манекенов. У нас уже есть манекен-человек, манекен-скелет, манекен-дракон. Вот на них приходите и качаете нужные характеристики для нужного оружия. Mm-hmm.
Еще в броньке падают бронзовые. Так, здесь дверь заперта. Становится. Расшвыриваем тут уже вообще не испытывая каких-то затруднений. Так, тут сундук открыт. Можно и не трогать было, но так круто, что мы уже вернулись сюда с определенным запасом сил, который позволяет так спокойно их выносить, что даже хочется чуть-чуть, да, поприменять нашу мощь на них. Вот, удачно. Не успел я в этой части похилить ребят, чтобы они становились нашими. Нежить, если похилить, сами знаете, что будет. Но я все равно, конечно же, в этом прохождении это покажу. Дверь открыта печатью Сиды. Печать превратилась в пыль, но здесь, друзья, вот Минотавр. Так, ну это уже такой другой Минотавр. Зомбический. Да погоди ты, обрушиваешь. Что произошло, что он стал зомби? Можно только догадываться. Интересно, если его похилить, то дамаг будет или нет? А как тебе наше колесо? О, неплохо. Давайте раскрутимся. Надо лечиться. Риск у нас велик. Ух ты. Хорошо, что я сейчас мог умереть, друзья. Ноль жизни было. Я автоматом сделал регенерацию, чем ее отменил. Да, на грани. Слушай, дядька, надо снижать риски, я понял. Полтинник снизим. Я просто нанес ему уже нормальное количество урона. Я понимаю, что можно начать, опять же, там, дебафать его всячески, но мне кажется, ему уже скоро просто нужно будет склеить ласты, сыграть ящик. Поэтому... Хотя...
Я без понятия, сколько у него жизней, друзья. У него может быть много жизней. Ну я так, немножко шалопайно выношу его, опять же, оружие не меняю. Нормально, завалили. Получили рунную серьгу. Серебряная серьга с гравировкой кильденских надписей. Целебный клубень. И эликсир королев. Дверь открылась. Так, давайте королева. Секундочку. Вот сразу молодец. Так, хорошо. Минус нули зомби Минотавра. Можно вынести манекен, получить предметы, но это долго. Избавлю вас от этого. Идем дальше. Искать сундук, который отпирается сундучным ключом. Да как же ты на весу укусила? Ты знаешь, как неприятно. Парень просыпается такой, встает. Это я жестко проявил себя сейчас. Он даже на минутку замешкался, думает, может не трогать. Вот интересно, как, кстати, регенерация на него сработает. Типа, как яд будет? Давайте посмотрим, если это можно вообще. Это нельзя вообще. Он просто не в поле действия. А ну-ка, вот так. О! Понятно. Сколько нам там еще до четвертой техники-то? Ну, пока не смотрю. Я думаю, скоро получим. Четвертое искусство на молоты. Тут сейчас, находясь в винном погребе, можно неплохо так кулаками поорудовать и попрокачивать кулачно. А давайте попробуем, посмотрим, какой урон будет наносить сейчас Эшли. Снимем нашу вещь. А можно кулаки и щит? Вот так. Ну-ка, давайте посмотрим. Его. Во, нормально в челюсть летучей мыши. Давай этой. Опа. Если с первого раза не падает, просто двоечку в бороду отпускаешь. Все, он теряется просто. И ну-ка, радиус, конечно, фантастический. Вот тут подольше придется. Надо ритм уловить.
Так. В комнату с развилкой. Но это еще не она. Точняк. Эшли вспомнил искусство кулак лотоса. И мы знаем, что искусство на кулаках, они красивые. Посмотрите радиус, а. Шикарно. Под мышку попал. Да, погоди. Я не пойму. О. Слушайте, будет тяжело пробить руками. Не, ну это не вариант. Не знаю, как тот самый кулак будет работать. Сейчас посмотрим. Ну, долго придется. Давайте, поскольку он в броне, надо надеть вот против нежити нормально. Вот так вот, парень. Це шабля. Так что далее. Привыкаем. Парень тоже на рукопашке. На рукопашке. Вспомнил, как видел картину. Идут два гопаря каких-то. И такие оба типа широкие, дерзкие. Знаете, так ручки расставляют. Ну, типа казаться, чтоб шире. Специфический народец. Ну ладно, это не об этом дело. И один расставляет, и второй. И второй, получается, цепляет своего друга или приятеля, или знакомого. И тому не нравится. Он его так плечом отталкивает и говорит: ты, Вась, аккуратнее, сегодня весь день на рукопашке. Вот. Так у нас тут просто. Эшли сегодня будет тоже весь день на рукопашке. Да, аккуратнее, ребята. Так. Ой, не, мы тебя не пробьем, ну, гуляй. В кулаках прокачиваются статы там против животных, против фантомов. Я вот не обратил внимания. Или кулаки, они стабильные всегда. Так, а это у нас еще винный погреб, да? А дальше выход. Слушайте, а где же сундук? Здравствуй, Дулахан. Ну какое бессилие, когда я на кулаках. Ну как ты мог, а?
Ну ладно. Я тогда даже резак. Оп. Дальше. Геракл. Оп. Жаль, что ничего не дропнулось. Слушайте, ну дальше же уже не винный погреб. Получается, я упустил. Дальше у нас, друзья, уже катакомбы. Так, ладно, тогда я отправлюсь на поиски самостоятельно. Дулахан появился. Скоро с удара будем ложить. Давайте посмотрим наш бестиарий. Ну нормально, он так уже у нас заполнен. С конца пойдем. Ребята, которые песни тьмы поют, опасные. Вот этих совсем не встречается пока. Да и этих тоже. Ночной охотник. Вот он очень круто выглядит. У него как бы глаз такой красный. Души павших воинов, практиковавших цепные навыки. Минотавр-зомби. Труп минотавра, не чувствующий боли и сражающийся до конца. Ну да, пока по частям не порубали. Проныру мы видели. Гарпия. Адские птицы, наводящие ужас своим заклинанием смерти. Это действительно страшно. Лучше просто не позволять им его делать. Так, а где этот дядька, от которого мы телепорт выучили? О, вот он. О нем еще хотел прочитать. Злые маги, получившие бессмертие и мощную магию, продав душу дьяволу. Лич. Ну все, вроде всех посмотрели, кто у нас на этом этапе появился здесь. Я на поиске сундука, я все-таки внимательно все осмотрю. И, друзья, мы с вами продолжим очень скоро, скорее, чем вот вы ждали эту часть. Поэтому спасибо всем искренне, кто дождался, кто с пониманием относится на канале. Проходится много игр, и я стараюсь в равной степени уделять время всем, тем более есть игры, заказанные и другими подписчиками. В общем, я делаю все, что могу для вас, и спасибо, ну, за понимание тем, кто понимает и адекватно все это воспринимает. Мы продолжим на Virtuosilla Game World и будем продолжать, пока не пройдем Vagrant Story на 100%. До встречи.